Всем доброго дня. На улице 30 ноября. Последний день осени. Мы находимся на площадке, где хотим вам показать наши культиваторы, мотоблоки, грунтофрезы, то как называют. Общий обзор площадки. Как вы видите, выбор большой. Все эти монстры рвутся в бой, чтобы облегчить ваш труд. Многие которые уже устали от лопаты, покупают вот такую технику, которая довольно сильно выручает, экономит ваше время, и вы качественно обрабатываете свой приземельный участок. Смотрите, какой огромный выбор. Это все китайская техника. Большинство Форте. Также встречаются кентавры, МТЗ. Но все это делается в Китае. Вот такая вот картиночка. Да, ребята, довольно прохладно. Все-таки сегодня осень уступает место зиме. Да, завтра 1 декабря. Вот такой вот обзор площадки. Смотрите, выбор очень и очень приличный, я бы сказал, если небольшой. Все перед тем, как приобрести себе такую технику, довольно часто задаются вопросами. На каком остановиться? Культиваторе или мотоблоке? Дизель, бензин? Какая мощь? Ну, выбор за вами, ребята. Почему выбор за вами? В зависимости, для каких целей вы приобретаете данную технику. У кого-то 2 сотки, у кого-то их 60, а то и больше. Надо отталкиваться от того, что вы хотите, чтоб он вас чем выручил. Ну, поверьте мне, какой бы вы не приобрели мотоблок, довольно сильно выручит вас, сэкономит время, и, я бы сказал, сделает радостней вашу жизнь. Ну, небольшой пример. Меня когда-то товарищ, когда стоял перед выбором, какой приобрести себе мотоблок, дизель, бензин и так далее, у него мысли играли. Он стоял перед выбором не один месяц, я бы сказал, год даже один. Но когда он приобрел, он в данном случае он приобрел себе фортовский. Ну, вот сейчас моделька перед нами. Форте. Вот моделька. Вот такой он себе приобрел. Не нарадуется.
Он купил себе дом, а там у него соток 20 земли. И вот такой мотоблок его выручает во всем. Мы, украинцы, можем выживать и выживали в любое время. Также можем любую технику приспосабливать для всего. То есть, им он пашет огород, распахивает весь приусадебный свой участок, сажает картошку. Неровность была участка, с помощью фрез он выровнял весь участок. И когда его спрашиваю, ну как, ты сейчас доволен, что купил себе вот такую прекрасную технику? Он отвечает: я просто не представляю свою жизнь без него. Без него я сейчас как без рук. Так что вот такая у нас вот площадочка. Выбор довольно приличный, повторяюсь. Но все-таки прохладно на улице. Сейчас согреюсь немножко и хотел бы пройти по модельному ряду, посмотреть поближе, какие есть маркировочки. Сильно не буду останавливаться при каждом. Практически во всех есть интернет. Он на каждой модели вам подскажет.